Здравствуйте, меня зовут Наталья. Моего мальчика, ему 20 лет сейчас, зовут Александр. Мы очень рады, что общаемся и встретились с таким человеком, как Давид. Начиналось все у сына с 2,5 лет. Поставили диагноз атипичный ранний детский аутизм, сенсомоторная аллалия, задержка психоречевого развития и т.д. и т.п. Ну, потихоньку как-то это выровнялось, мы пошли в школу, правда, в интернат, читал, писал, выходил на улицу. Потом все хуже и хуже, замкнулся к концу 6 класса, меньше стало, хуже стало одеваться, не нравилось ему выходить на улицу совсем. И общение со мной свел к минимуму, а последние 2 года вообще перестал выходить на улицу. Поиска к врачу сопровождалась просто ужас. Приходилось вызывать и дедушку, и подруги мои помогали как-то ему, все его сподвигали. Но это может занимать вплоть до суток выход его одевания, ну, со всеми истериками. В общем, все тяжело. Но вот встретились мы с Давидом, и встречи у мальчика произошли буквально после первых общений, изменения. Взгляд стал интереснее, лучше, больше обращенной речи. Я очень удивилась, когда он после буквально 2-го занятия, он выбежал на кухню, налить себе чаю. Для меня это было такое вот просто за грани фантастики, полет в космос. Потом случилось то, что мы поехали, все-таки собрали его вместе с дедушкой, отвезли в пригород к бабушке, он там пожил, и там вот картина вот за последние годы, он выходил каждый день на кухоньку, во дворе у них кухонька, выходил на ужин. Конечно, удивление, если перед этим считаете, он был там лето, и ни разу лето не выходил. А здесь и одевался, и выходил. Это уже большой прорыв. С нетерпением ждем дальнейших наших продвижений. Очень благодарны Давиду. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!